Всем привет, с вами Мега Сириус 12, и мы продолжаем проходить игру GTA Vice City с аддоном Deluxe. Как вы помните, мы остановились здесь, после миссии Драка в переулке, по-моему, точно не помню. Я вам показал, где можно взять гранаты, дробовик, вот этот, пистолет и дубину с кастетом. Пистолет-пулемет я купил, но... Мне написали в комментах, что, мол, есть у клуба байкеров пистолет-пулемет. Я сначала подумал, это вот клуб где-то там, в котором мы Мерседес отвезли. Но я ошибся, я понял, что это за клуб. Это на той стороне острова, там будут у нас еще миссии с этими байкерами. Я вспомнил, я просто забыл про него. Но на ту сторону мне пока никак нельзя. Если не забыли, там штурмовое предупреждение и... перекрыт остров, да и к тому же впадло мне туда ехать. Но отчаиваться не надо. Я еще нашел одно место на этой стороне, где можно взять ППшник, и сейчас я вам его покажу. Главный ориентир — это вот это покрасить, почини, красть, плати, красть. В общем, вот эта фигня, где тачки чинятся. Недалеко от гостиницы. Вот вы заходите в забор, да, и вот тут она лежит. Но я менять не буду на то, что тут валяется. У меня и так полно патронов. А то там всего 30. Но у кого его вообще нет и с деньгами туго, то вперед. Так, мне тачку надо найти. И уже ехать к адвокату. Вот люблю, когда они вот так вот пропадают внезапно. Можно, кстати, запрыгнуть на машину и ехать так. О, моцик! Быстрее садись. Садись быстрее. Мой любимый моц. Да ладно. Магия. Хогвартс, что блин. Пофигу, поехали обратно. Так. Даже не поцарапался. Прикольно, кстати, песенка играла. Кто, может, узнал, она играла в фильме «Громобой» в конце. А, ну эту миссию я помню. Я молоток брать не буду. Наша бита получше будет. С молотком он немного криво машет. Так, и мне бы найти моцик нормальный, толковый такой моц прям. Ну это не толковый, конечно, но пофигу. На нем я раньше не вернусь пару раз. Потому что он мне в управлении не слишком хорошо дается. Ну ладно, пофигу, поехали. Блин, ну хотя бы не упал. Разбить машину присяжного, да нет проблем. Я вообще не парюсь с этой миссией, я вот так вот гранату рядом кидаю и отбегаю. Я не могу в это поверить. Ты помнишь Джордио? Помнишь, он невиновен. Да, перевод, конечно, хоть и любительский, но ужасный. Я не знаю, как надо... быть упоротым, чтобы осознанно так перевести. Блин, тупая Мазда. Кстати, тачка быстрая. Вот что ты на Хонде едешь? Почему ты не на Сузуки? Кстати, на этом срезе около клуба срезать на машине. Ушибетесь нахрен. Уже пробовал. Кнопками NUM 9 и NUM 6 можно делать наклон вперед-назад. Также ездить на заднем колесе, но правда на этом мотоцикле это не получится. Но можно зато встать вот так. Но он, правда, поворачивать не будет.
Так, тетку не обязательно убивать, это я случайно попал в нее. Моя тачка, эту тачку так... Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Будь осторожен. Вот и все. Миссия пройдена. На радио есть рок, ставим рок, так, сейчас за миссии будет, я вот, о, мобил звонит. Привет, Томми, это Сони, как загар? Я не загорал. Понятно. Эти стенки пропустить нельзя. Я спрашиваю себя, чем ты занят? Так скажи мне, Томми, чем ты занят? Ищу деньги, Сони, не беспокойся. Я не беспокоюсь, Томми, я такой... Потому что в моей жизни было много проблем с ненадежными людьми. Давайте не быстрее. Не становись ненадежным, Томми, пожалуйста. Сделай одолжение нам обоим. С нетерпением жду твоего звонка. Так, мятеж, это понятно, это мышь, я тоже помню. Сначала нам надо приодеться. Колесить вообще по городу нам придется очень много. Это вы сразу привыкаете. Так, сейчас мы оденемся в рабочую одежду, и нам надо ехать к тройке. Кстати, ну я уже для себя прошел уже GTA-шку вот недавно, где-то на прошлой неделе в конце. И, честно, я не могу понять, почему у всех так вызывают сложности миссии с вертолетиком. Сначала я прошел с первого раза, но я там сейф запорол. Мне пришлось переигрывать. Точнее, наоборот, сначала я со второго раза прошел. И так получилось, потому что я накосячил сам. То есть в ней, в этой миссии ничего сложного нет. Я не знаю, почему она все сложности вызывает. Намного сложнее доехать на мотоцикле. Ну, не люблю я эту Хонду. Вроде кажется, что ты повернул, а на деле ты еще полметра с нужной траектории не свернул. А вот еще бывают мудаки, которые вылетают навстречу. Так, надо драку начать, берем биту. Ну, по-моему, даже троих хватит, я не помню точно. Так, ну пока тут вовсю не фигарится, да? Кончайте вот этого охранника, он самый опасный, если кто тут есть. Потому что у него пистолет есть. Так, вот две тачки мы уничтожили. Они так угарно взлетают. О, как удачно по машине прям. Аба! Все, валим. Кстати, у нас появилась миссия А. Работа у Авери. О, как. Так, ну сейчас он, по-моему, нам даст миссию... Блин, долбанный мотоцикл, все в жопу. Ненавижу этот... Эту Хонду. Это, наверное, миссия по телефону. Алло, это мистер Версачи? Да, это Кортес. А, нет. Ты как-то был у меня. О! Этот, как его... Это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Как же этот мотоцикл называется? Хочу сам вспомнить. Знали, что Санчес, вот, точно. Он получше если будет, конечно, не более, моя любимая Сузуки, но все же. Давайте, болтайте уже быстрее. Больше всего меня бесит вот эти звонки по телефону. Можно поработать на Кортеса. О!
Иди сюда. Минус один. И там, к сожалению, двое. Так, ну тут либо я накосячу, либо он. Походу я накосячил, но... В том плане, что упустил его. Надо было гасить спереди, но он бы не остановился. Ну это я уже сам накосячил. Так, ладно, возьмем миссию. Тут, по-моему, миссия у нас в этом, в гольф-клубе. Я вам покажу, если кто до сих пор не знает, как обходить там стороной все эти металлодетекторы. Вот это счастье привалило. Так, может, Эминем? Вот, Эминем. Обожаю мод. Очень отзывчивый на управление. Плюс очень быстро разгоняется и сам по себе быстро очень идеал. Так, сейчас нас оденут в педоодежду. Кто этот парень? Ребята, разберитесь. Отлично у тебя зад, крошка. Да. Ладно, теперь едем в гольф-клуб. Поехали. Так, ну сначала надо встать на метку. Вообще, проще всего это сделать со снайперкой. Но я вам покажу другой способ, более честный, если вы играете без читов. Так, вот сквозь железку не проходим, все наше оружие останется там. А вы вряд ли этого хотите. Делаем проще. Берете тачку, которая тут всегда стоит. В данном случае это Феррари. И вот так ее ставите. Ага, ну я думаю, вы уже поняли, в чем суть. Все, мы проникли. Оружие наше при нас. Можете клюшку взять, если хотите. Так, Эминем. Ну, вообще, как я делал в прошлый раз. Надо тупо увести далеко все вот эти вот машинки Кэдди, как они называются. Увести беспалевно, разумеется, чтобы вас не спалили. И как только вы всех вот так вот перевезете, взорвать или утопить нахрен, ну, мне проще будет взорвать их. Утопить это подольше будет, я в первый раз так и сделал. Зачем мы это делаем? Как вы поняли, ну, кто играл, знает. Что когда мы начнем атаковать, все охранники и самоцель сядут в эти кэдди. И потом уже будет не есть хорошего. Охранники могут вас задавить, если вы сами пешком. А цель может свалить. Да или вы просто замучитесь за ней ездить, пока кэдди не задымится и не загорится. В открытый бой тоже вступать не надо, пока вы разбираетесь с охранниками. Гольфа в Джок Спортс. Он ушел. Ну вот как-то так. Охранникам сразу становится пофигу. Но нам сказали подойти к телефону. Миссию эту я выполнять не буду. Так, охранники снова психанули. Ну хрен бы с ними. Главное отвезти машинки подальше, чтобы им не на чем было свалить. И потом просто замочить цель. Но лично в прошлый раз получилось так, что я все машинки каким-то чудом отвез. Не помню, как я разобрался с охранником.
Где мой мотоцикл, мать вашу? И, в общем, так получилось, что они все оказались пешком, начали бегать в разные стороны. Так, давайте хотя бы эту Феррари возьмем. И я ее задавил, цель. Так, ну к телефону я не пойду. По Авере, то есть буква А. Вместе сейчас с вертолетиком. Ее пройти несложно. Я вам обязательно покажу, но в следующей серии, потому что она немного долгая. Так, какая миссия у Кортеса сейчас? Вот убейте, не вспомнил. Или выполнить все-таки миссию под телефоном. Для миссии под телефоном нам нужен толковый мотоцикл. Мой Сузуки украли, как бы. Блин, в мусор врезался. Тупанул что-то. О, не-не-не-не. На Хонде на этой долбанной я не буду этого делать. Так. Ладно, поработаем над Кортесом. Выполним еще одну миссию. И закончим часть сегодняшнюю на этом. Блин, только бы это не та миссия была, про которую я правильно помню. Пусть это будет что-нибудь попроще. Да-да-да-да, точно я забыл про эту миссию. Вот это нормальная миссия, она просто выполняется. И тут есть моцик. Прекрасно. В общем, в чем суть миссии? Так, я выключу радио. А то еще велик риск, что забанят YouTube видео за песни. Это будет обидно. В общем, в чем суть миссии? Нам надо доехать до здания, которое находится чуть дальше клуба Малибу, и разобраться с целью. Но эта миссия больше обучающая, в ней нам покажут схему, как работают те самые гаражи «плати и крась», для чего они нужны. Будто мы уже не знаем. Ну ладно, пофиг, в принципе, едем дальше. Притормаживаем. Так, извините, я прервусь. Так, ну вот и доехал. Пришлось все-таки, блин, видео разделить на две части. Я надеялся, что все в одной уложится. Вот этот чувак, которого нам надо замочить. Он, если честно, мне кого-то напоминает. Ваш большой рот. У него нож. Хватит бежать, толстая свинья. Это не нож, это пила, придурки. Так, ну сейчас нам надо разобраться с охраной. О, святой Иисус, я испоганил свою жизнь и лицо. Ну, запрограммировано выходит. Не двигайся, все будет быстро. Так, ну, теперь надо загасить вот этого чувачка. Я заплачу вам. Уже не заплатишь. Так, теперь нам надо взять любую тачку, мотоцикл тоже сгодится. И ехать на квадратик, ну, сами понимаете, это тот самый гаражик. В дальнейшем привыкать я буду их называть просто «плати и крась». Так, вот тут можно срезать, по-моему. Так, вот, кстати, звездочку можно взять. Как я понял, это что-то типа взяток полиции. Ну, пофигу. Въезжаем. И все, у нас звезды пропадают, а миссия выполнена. Главное, никуда не врежься больше. Вообще, если вы уже проходили хоть раз GTA и как-то более-менее знакомились с ее секретами, даже без читов вы как-то проходите ее на одном дыхании, потому что знаете, что будет, можете подготовиться заранее. Так, сейчас вы... Тут у нас миссия на вертолетику, Кортеса на С. Миссия, по-моему, если я последовательно правильно помню. Этим
какие-то чипы достать, но там спецназ будет. Там надо немного подготовиться. Хотя ничего сложного тоже нет пока. Неужели нам вначале дадут сложную миссию? А вот миссия на телефоне, она простая. Давайте все-таки ее выполним, раз у нас мотоцикл есть толковый. Для этой миссии сразу говорю, что нужно. Либо взять машину быструю, если вы хорошо на машинах ездите. Ну и поймете зачем. Либо взять мотоцикл и пистолет-пулемет. Я выберу второй вариант, хотя когда было поменьше, ну, мелче проходил GTA, я предпочитал на машине выполнять эту миссию. Еще для вас работа с практическим доходом. Следующее задание под телефоном. Ага, давай, все. В общем, чувак развозит пиццу, и нам надо его замочить, пока он все не развез. Как замочить? Да просто. Либо сбить его с этого квадроцикла, или что там у него, и он помрет. Либо застрелить на этом самом квадроцикле. Все, миссия пройдена. Ладно, поехали сохраняться. О, давайте сразу зайдем в амуницию. Так, а в принципе, что мне надо? Вот ППшник мне надо купить. Ладно, ничего не буду покупать. Я хотел купить домик. Я не знаю, стоит ли это делать. Так, вот, это вот он, нет? Мне нужен именно тот, который с гаражом рядом. Чтобы мотоцикл сохранить, да, вот он. Сколько он стоит там? 7000, мать нашу за ногу. Ладно, поехали. В этот сохранимся. В отель. Ну, а мотоцикл найдем новый в следующей серии. Блин, вот это я тупанул, конечно. Мотоцикл все-таки не ВХ, сквозь стены не ездит. Вот маяк светил так. Да, маяк. Блин, в 2004-м даже подумали о свечении маяка. Всеми любимая нами улица. Так, вот так. Ну и что, сохраняемся и заканчиваем нашу часть. В общем, всем спасибо за просмотр, удачи, пока, подписываемся на мой канал. Как всегда, по традиции, чаще сохраняйтесь, что, в принципе, я сейчас и сделаю. Ну и все, всем пока, удачи, до скорого. Комментируйте видео, ставьте лайки. И вступайте в группу ВКонтакте, там вы можете узнать многие новости последние по поводу моего канала. Или просто пообщаться, или задать мне какие-то ваши вопросы. Ссылка будет в описании под видео. Ну и все, всем до скорого и не болейте. Увидимся.